Друзья, ну вот мы с вами добрались и до первой ступеньки. Эту компанию можно назвать идеальной по всем параметрам. Не зря Швецию называют страной, где все делается для людей. Если это машины, то самые безопасные в мире. Если это техника, то умная и качественная. Но если это надежная сетевая компания, то это Oriflame. Компания Oriflame основана в Швеции в 1967 году и представлена в более чем 60 странах мира. Oriflame предлагает широкий спектр натуральных инновационных косметических средств, поклонниками которых являются более 3,5 миллионов консультантов по всему миру. Ежегодный объем продаж компании составляет 1,5 миллиарда евро. Акции компании обращаются на фондовые биржи NASDAQ, OMX, Nordic Exchange. Компания участвует в социальных программах. Это Всемирный фонд детства, это Всемирный фонд дикой природы, а также компания является соучредителем Международного детского фонда World Childhood Foundation. Oriflame предлагает своим партнерам развивать свой собственный бизнес, который можно будет всегда передать по наследству. Компания является производителем. Есть своих собственных 5 фабрик в Швеции, Польше, Индии, Китае и в России. У компании есть свои научно-исследовательские центры, есть свой институт исследования кожи, институт питания. Над разработкой продукции работают более 100 ученых. Ну а что по поводу цен? Смогут ли пользоваться продукцией обычные люди? Ну, вы ответ, наверное, сами знаете. Наверное, очень сложно найти человека, который не пользовался продукцией Oriflame. Цены очень приемлемые. Скажите, сможет ли обычный человек купить себе зубную пасту за 99 рублей или гель для душа за 130 рублей? Безусловно, да. Я знаю очень много людей, которые не зарегистрированы в компании, но являются просто покупателями продукции компании. Стаж работы на мировом рынке больше полвека, а в России уже больше 20 лет. Компания не на словах, а на деле показала свою надежность и умение работать в условиях кризиса. В 2009 году Oriflame выплатила самую большую единовременную премию – 1 миллион долларов. Ее получила лидер из России Тамила Полежаева за покорение самой высокой ступени маркетингового плана Oriflame – это бриллиантовый президент. Это единственная компания во всем мире, которая выплатила такой чек. Почему Oriflame в топе на первом месте? Я считаю, что это самая идеальная компания на российском рынке для ведения своего бизнеса. Очень раскрученный бренд, горячие линии работают круглосуточно. Очень много показателей и живых примеров людей, которые достигли колоссального успеха в этой компании именно в России. Приемлемые цены на продукт. Единственная компания, которая отправляет за границу своих партнеров за счет компании. И автопрограммы, которые предлагает компания, не вводят своих партнеров в долги в отличие от других компаний. Зарегистрироваться в компанию можно, заплатив всего 149 рублей, и закупляется ваш бизнес при совершении любой покупки через свой личный кабинет. Можно купить хоть кусочек мыла. И на сегодняшний день Oriflame – это самый популярный вид ведения бизнеса в интернет-пространстве. Это еще раз говорит о доверии и актуальности компании на российском рынке.